Всем привет! Вы на канале по ссылке из Китая, меня зовут Саша. В этом видео проходит также конкурс, с условиями ознакомитесь в описании. Ну, а у нас будет обзорчик 8 часов с AliExpress, который я заказал достаточно давно, но с нашими реалиями в Беларуси очень тяжело сделать такую подборочку, поэтому она выходит только сейчас, хотя была запланирована где-то на сентябрь месяц. Перед началом хотел бы порекомендовать вам канал Китай Сан. На нем вы также найдете обзоры и распаковки различных товаров и сможете поучаствовать в конкурсах. Ссылка в описании. Начать свой обзор с 2-долларовых часов хотелось бы с того, что практически все часы, а заказывал я у разных продавцов, абсолютно у 8 разных продавцов, были оснащены вот такими фигнюшками для того, чтобы не садить батарейку и они не тикали у вас в дороге. Тем не менее, вот эти две пары приехали ко мне с севшей батарейкой. Все остальные батарейки целые. Все проверил, все достал. Вот вам тому подтверждение. Вот так часики выглядят изнутри. Стоит батареечка LR626. Имеется вот такая прокладка для того, чтобы сам механизм этот не болтался. Для чего я делал тесты замеры батареек? После того, как я установил на всех часах одинаковое время, вот эти две пары спустя неделю показали очень-очень плачевные результаты. Все остальные часы идут достаточно точно. Ну, погрешность полминуты-минуту я не учитываю. Возможно, где-то не очень точно я изначально выставил, подкрутил, поэтому небольшая погрешность может быть и есть, но не факт. А эти две пары показали очень плохие результаты. После этого я решил разобрать вот эти часы, сделать замеры батареек. И также разобрал некоторые часы из вот этой стопки. Здесь батарейки были усажены, здесь батарейки были хорошие. Изначально задумался, что можно рассказать про эти часы. Механизмы вот у этой шестерки абсолютно одинаковые. То есть, ну, я имею в виду внутрянка. Отличаются только корпусами слегка и также отличаются рисунком на циферблате. Существенное отличие имеют только вот эти две пары. Это у нас идут вот такого плана электронные. Нажали кнопочку и увидели время. 9 часов 15 минут. Ну, а эти выполнены вроде бы как фенечка. Но есть один небольшой нюанс, у них только два размера использования. Соответственно, вот первая кнопочка и вот так здесь вторая кнопочка. Здесь ремешок регулируется, но регулируется в одну сторону, так сказать. То есть, если вы хотите сделать их немножко меньше, отрезаете вот здесь немножко пару секций, одеваете эту штуковину и можете носить под свой размер. Клип имеет два магнитика. Но если вы их уменьшили, соответственно, увеличить вы их уже не сможете. Здесь идут дермантиновые ремешки. У этого идет мягкий-мягкий силикон. И, наверное, это все, что можно рассказать про эти часы. Если только не вдаваться в подробности, какой красивый красный ремешок, имеет слегка шероховатую поверхность и все в таком духе, бла-бла-бла. Единственное, что хотелось бы добавить, что практически во всех этих моделях часов присутствуют различные типы и варианты цветового решения. Поэтому все это вы сможете посмотреть по ссылкам в описании. Переходите на страницу магазина. А за такие деньги приобретаете себе смело 7 пар часов и носите каждый день новые. Сами все часики выполнены аккуратно. Выглядит очень достойно и симпатично.